אבל כדי לראות את האמת הזה, לא צריך לחוות את זה ולא צריך לראות את זה. הוא פשוט קיים. существует определенный мир, в котором есть правда, существующая, но нам не обязательно это пережить и через это пройти, оно просто существует и оно есть. אבל הרבה אנשים לא יודעים לקבל את זה בלי לראות את זה. Но многие люди не могут, не умеют принять это без того, чтобы это прочувствовать через себя, без того, чтобы это увидеть вживую. אבל העולם הזה זה העולם שלי, שבו אני רוצה לשתף אתכם. Но этот мир, это мир мой, с которым я хочу вас познакомить. Это Ронни Маркус. Он живет в Иерусалиме. Еще в раннем детстве Ронни обнаружил, что обладает удивительными способностями. Читать мысли на расстоянии, заставлять предметы перемещаться по комнате, а иногда даже исцелять безнадежно больных. Я не знаю, откуда у меня этот дар. Может, от мамы, может, от бабушки. Но еще в раннем детстве я понял, что не такой, как все. Как и почему у него открылись удивительные сверхспособности, Ронни Маркус не знает. Но он считает, что, вероятно, все дело в родовой травме, которую он перенес. Возможно, именно она привела к нарушению кровообращения мозга, и из-за этого в организме включились внутренние резервы. Теперь с их помощью Ронни творит настоящие чудеса. Ронни утверждает, все эти чудеса подвластны ему, потому что он умеет считывать энергию, которой обладают предметы. Он как бы встраивается в энергетическое поле любого живого существа или любой вещи, будь то автомобиль, ложка или цветок. А затем силой мысли направляет энергию в нужном направлении. Ронни Маркус считает, на такое способен любой человек. Благодаря этой технике управления энергией, люди давно могли бы одной только силой мысли покорить всю Вселенную. Разрешите вам представить нашего дорогого гостя, зовут его Ронни Маркус. Мы с ним знакомы более 30 лет. И сейчас он вам покажет что-то интересное. Я так надеюсь. Ну, посмотрите. Как ли сейчас манли конец лет, так и запишут сафа ахерит вас от тыргум, бакон, бери. А вал от штанча рашекот, а нахну квал низром, килу ше кулану медобрим ото сафа. У него возьмет чуть времени войти в это, потому что мы говорим на разных языках. Но 2-3 минуты, и мы уже будем двигаться в одном направлении вместе. Поэтому это будет немножко медленно начинаться. Окей. Я хочу вам кое-что рассказать, то, что произошло со мной буквально несколько дней назад. Я видел падающую звезду. Он знает, что это происходит обычно очень быстро, буквально пару секунд, но он постарался запомнить этот момент, чтобы наслаждаться им чуть больше, чем это берет само падение этой звезды. אולי בזמן התורה או התנ"ך או הדינוזאורים. И поскольку он понимает, что эта звезда, она упала, то, что мы ее видим, она упала давным-давно, еще, может быть, во времена динозавров, во времена Танаха, очень-очень давно. זה אומר שמה שראיתי בעצם לא קיים. Это говорит о том, что то, что я видел, это на самом деле этого не существует. ואז החלטתי להשתמש בזה
ופה זה פעם ראשונה שאני משתמש בזה כדוגמה, שהרבה דברים שאנחנו רואים, זה רק החוויה שלנו, ואנחנו לא רואים דברים כמו שהם באמת. И поэтому я вот сейчас впервые использую вот именно эту историю. Плохо слышно? Я поэтому впервые использую эту историю вот сейчас в нашем разговоре, которая как раз говорит о том, что все, что в действительности происходит, оно не факт, что происходит. Это только наша хавая, это наша... Впечатление. עכשיו, למה זה חשוב? משום שיש עולם אחר שכל מה שיש בו הוא אמת. אבל כדי לראות את האמת הזה לא צריך לחוות את זה ולא צריך לראות את זה. הוא פשוט קיים. Почему это важно? Потому что существует определенный мир, в котором есть правда существующая, но нам не обязательно это пережить и через это пройти. Оно просто существует и оно есть. Но многие люди не могут, не умеют принять это, без того, чтобы это прочувствовать через себя, без того, чтобы это увидеть вживую. אבל העולם הזה זה העולם שלי, שבו אני רוצה לשתף אתכם. Но этот мир – это мир мой, с которым я хочу вас познакомить. למשל, אם הייתי... ניקח את זה. אם הייתי מדבר איתכם על אנרגיה, так мы его записываем. Да. Макара? И руца лицалим, и шо ли ты мешал лицалим. אם הייתי מדבר על אנרגיה, הרבה אנשים ברחוב היו אומרים, איזה אנרגיה, לא רואים אותו, אז הוא כנראה לא קיים. Если бы я говорил бы про энергию, многие бы люди на улице сказали, я этого не вижу, значит, этого не существует. Про какую энергию ты говоришь? ולכן, כדי להדגים את זה, עוד לפני שאני מתחיל, אני עוד לא התחלתי, זה רק הפתיח, כן? И для того, чтобы об этом говорить, я еще не начал. Это только просто вводное сейчас о том, что происходит и что будет. אם אני לוקח כפית, זה מגומי, נכון? Если я беру этот самый, если я беру ложку, она из резинки, правильно? Она резиновая. Это вы видели, это я принес новый набор, он скрыл его, и то есть мы не поняли. Вот при вас я открыл. Да, при вас я его открыл. Омер Шазами Шиупатаху Туашав. Лахеля не увидим где. Поэтому он сейчас с этим и работает. Им они лукях та капита зуба, хофеху то лехелек мимени. Хофеху то лехелек мимени. Если я беру эту ложку и делаю ее частью себя. קורה דבר מאוד מעניין, אם אני מזיז את היד, כפית רוצה להתקרב ליד השנייה, אז קורה דבר מאוד מעניין. Если я двигаю рукой, вы все в шоке, אז אני נשאר עם כפית כזאת. Если я двигаю рукой, она просто двигается вместе со мной, эта ложка. עכשיו את הדבר הזה, הדבר הזה, מישהו מכם... Ну вот, можете посмотреть. Не, ну... Давай, одна. Так, подождите, давайте по одному. Давид тоже хочет, видимо, поучаствовать ассистентом. Ты закрыл всю камеру. Еще раз. Бонихзор. Он говорит о том, что если он берет ложку, и просто превращает ее частью себя, он делает ее частью себя, то в какой-то момент она начинает двигаться за его рукой. Тасэдзиода памшэм ируша за шэзэкара. Они вот пам тергамти. Мазлеку и теркашиях кэн. Эмбэ я. Вот еще? Смотри.
очень прочная сторона. Вот, да. Окей. Для этого мы взяли, для того, чтобы было понятнее. Он берет вилку, она более толстая. И сделает ее по-другому. Он ложит ее на руку. Он просто ее ложит на руку, и чтобы люди не думали, что он использует какую-то суперсилу, он просто немножко на нее посмотрит, немножко подвигает. И он тогда ее получает вот такой вот. Есть кто-то, кто считает, что ефальти кох физик? Есть кто-то? Я стал туда в арбакуахе, но мы решили плавно. Ми? Моя мра? Я стал туда в арбакуахе, и моя дайм. Бастер, вшари моя дайм. Нет, так он вот спрашивает, вы чувствуете, что он использовал силу, когда сейчас что-то делал? А им Мишу хочет, что я цитится, и мы едаем. Как тебя зовут, он спрашивает? Марика. Они рассказывают, так поляди. Приходи к нам. Марика. Спасибо. Давай я сюда перейду. Пожалуйста. Почему я ее позвал рядом с собой? Они хола сут лацми, а вода мод мод кала, вела вод раким эле, ше мекаблим эт машани мецидь. Я могу сделать для себя эту работу очень легкой и общаться только с теми, которые принимают то, что я делаю. Я могу, как я только что уже перевел, да, я могу общаться с теми, кто это принимает, но мне с ними нечего делать. Они и так уже это принимают. Подготовленными. А поэтому мне гораздо интереснее с теми, кто не принимает. И если они начнут принимать, то значит, что я уже что-то сделал. Марика, они руце эцбахат мимех. Я хочу от тебя один палец. Тигипо. Нажми вот здесь. Ну, как? С этой стороны. Макара. Что происходит? Макурепо. Поворачивается ложка, по-моему. Ну, три алюс, мара. Титита три алюс, твито. Мою минут? Я не знаю, это не нос скажет, что она говорит. Мистовев. А има коль мистовев? А има мистовев ле кола орех? Крутится ложка. Крутится ложка. Есть мацлема. Он делает, нет? Не, но ты же держишь палец, ты же видишь, у него палец. Лемала мистовев, лемата, лемата ниш арба маком. Видишь, здесь так же, как и было. Ой! Гамидзе, Марика, тихо ла ла сот. Ой! Вы это можете даже над собой. Как? Эх ля акзиры шуэлит? Эх ля акзиры кшавет зэ бахазара? Чудо! Спасибо большое. Сейчас проводим эксперимент. Как вы, Каша? На. Сюда. Окей. Маршала ино кшав. זה הדברים הפיזיקליים, דברים שמתכופפים ומתפתלים. לכופף מזלג, אין לזה שום משמעות, זה לא נותן כלום, זה לא עושה שום דבר. То, что мы видели сейчас, мы видели физические действия. Что-то сворачивается, что-то гнется и так далее. Но у этого физического нету никакого смысла. אני משתמש באנרגיות האלה להרבה דברים אחרים שאתם תכף תראו. ולכן גם אני אמרתי קודם שאני אפילו לא
לוקח את זה כחלק מהפרזנטציה, זה חלק מהפתיח. Я использую эти энергии для различных вещей, поэтому я и говорю, что это даже не часть того, что сегодня происходит, а это просто вводное того, что может происходить с энергией. Окей. Мы же мы кируте, если ты гамбе YouTube взяли родице, мы же мы кируте, יודה שהדבר הזה תמיד נמצא איתי. Тот, кто знаком с ним, это можно в Ютубе увидеть, они знают, что вот эта вот вещь всегда находится с ним. Почему это находится у него всегда в руках? С этим он водит машину. Всегда? Или может это быть? Ты тут? Нет, нет, не все. Он говорит, что тамид о эмшалим, тамид о ехоль. Бедерек ла лакшав рак ла хадгамот. Ахерет зе, это мидай шеелот ла миштара. Сейчас он это использует в основном для того, чтобы показать. Потому что слишком много вопросов от полиции, от всех остальных, которые сейчас он все расскажет. Шалим им это сугеры наймем зе. Кен, поводай. Закрывает. Конечно. Аваль, если суд ахаках бичвилхем. Но у него есть секрет для вас, который он потом вам вскроет. Три человека рядом с ним, вот здесь, если можно, выйдите. О, смотри, как заактивничали. Лаша, ты идешь? Давай, Лаша. Лаша, давай, наконец. Лаша наконец-то начал снимать уже. מה קרה? הוא סקפטי? הוא ספקן? צ'וטינקה סנימאתי, צ'וטינקה. אוקיי. מה את רואה דרך זה? תשאל אותה מה היא רואה דרך זה. שאתה תבידיש שאתה יועדניש, שאירז אתה, שאתה תמוזש ווידית. פרובו עדית, פסמלית שאתה תבידיש. Ну, я ничего не вижу, но я вижу свет внизу. Иру арак таорми или мата, велору аклю. Я вижу вот внизу. Внизу, иру амаша или мата. Хорошо, я кстати, это не шли. Авал, есть по од хатиха шел бад, что сугер гам ламата. Есть еще вот этот кусочек, который должен тебя закрыть, вот, чтобы ты не видел. Они как хадашки, бедерка зе умит каха. Он сейчас достанет новую. Чтобы она была еще лучше. Попробуй эту. Так, опусти. Ну да, вижу свет в конце туннеля. Только рак таора зе ируа, רק אור? טוק, כן. אוקיי, אז בואו נפתור את הבעיה בצורה אחרת. מהוויז'ו ששתו מלכאן. תניני את זה בבקשה. מה היא רואה? היא רואה שמשהו משמר. כן, כי יש קצת אור מלמטה. יש שצוות סביב. אני אקח את זה. און וזמת את זה. אני אסגור את העיניים. און זקרו את גלזה. בצורה כזאת. ותק, ואת זקרו את זה. אוקיי, רואים. כן, אנחנו... עכשיו, כדי למנוע את הדבר הזה של אור, או אולי אני מסתכל, אולי אני מסית, אני לוקח צעיף. לטובו שתובי זקרית פולנסטו סיבי גלזה, הוא נדיבה את אג'ו שרפיק, שתובי נבלו ואת את הפרסוויית האור, פרסוויית הסוויית הכתורת הווידאו. ואף אחד פה לא שאל איך הגעתי ישר לצעיף. И никто из вас не спросил, как он взял закрытыми глазами шарфик просто так, да, только что? Все настолько в шоке, что упустили этот момент. А фахад но сам лев кикулем пришел. Кясити це кольках бы тивиют, ша тем ра итеме це кедавар тиви. Мы, вот вам, мазама, мамар?
Осветится коль как бы твою. Он взял это настолько легко. Что мы даже не почувствовали, что он это сделал с закрытыми глазами. Окей. Okay. Есть по камешковод. Кен, есть по штаму. Там есть две этих самых. Два слоя, и он более широкий. И это приближает еще ближе к маску к лицу. То, что он попросит от вас, возьмите, пожалуйста, вот этот фломастер. Один из вас напишет слово на этом сабезе сафаваль. Ну, зема шишанте. Точно. Адив по-английски, а вы обещали, ролошка. На английском. А вот машуманьен. Что-то, что-то интересное. Напиши какое-то слово. Машуманьен. Мяшени, а не вакеш, лихтов миспар. Окей. В мяшлихи лицайер циюр. Окей, смотри. Один пишет слово, один рисует рисунок, один пишет цифры. Ты рисуешь. Кто слово? זה לא צריך להיות יצירת אומנות. סלובה, ты рисунок, Лаша, цифры. הציור לא צריך להיות יצירת אומנות, אבל פשוט משהו מעניין, לא בית, לא בית או כלס. Да, что ты нарисуешь, что-нибудь. Все, что я хочу? Да, все, что ты хочешь, но ничего не говори. Чтобы это было не что-то простое, не домик. Я знаю. Миспар, мила, ве, циюр. Ну, это не очень понятно, то, что нарисовал. Это не... Сейчас, да. Рисунок должен быть. Рисунок? Дай попробовать. Солнышко, например, на какой? Солнышко. Мне солнышко. Цифру. Какую хочешь? Какую цифру? Любую. Предмет. Ну, предмет, животное, что угодно, нарисуй. Ты рисуй, что хочешь. Давай быстрее, Мария. Так, если ты не можешь, ты знаешь, кто-нибудь другой нарисуй. Я знаю. В конце концов. Ты все-таки художественную школу заканчивал, давай. Мила, мисс Парвитиур. Все? Ты нарисовала, давай я нарисую. Я не знаю, что рисовать. Что нарисовать? Да, конечно. Нет, что-нибудь простое, да, кто-то делает. Что? Это может быть... Все, Макс нарисовал. Все. Квадрат и так далее. Окей. Зел? Они лоют им зиита, это ломать локоль кахтов бы циюра. Кулям лоим это? Все видят то, что... Окей. Акшав. Только не читай. מה שקורה הוא שאני מנסה לחוש את הסביבה. То, что сейчас происходит, я пытаюсь почувствовать свива, этот окружающее. Окей. אז קודם כל בצד שקרוב אליי, יש לנו את המילה מני. То, что ближе всего ко мне, есть это слово мани. יש באמצע ציור, מה זה, זה עין? לא זומד, זה נכון. מה זה? מה? עין. ככה חשבתי. ובסוף יש שם כלבלב כזה, כלב קטן. אפשר לקרוא לכלב קטן. כן, כלב, משהו כזה. במספר, לא? אני לא נתתי? טוב, 23. אוקיי. ציפרה, 23, האתה, נו, אני פשוטל שאתה את סבאצ'קה. נו, יאנה ריסבל שאתה מוז'ה הביצה. שמה? שינוק, דה. אוקיי. נו, פרינצפי, אני יכול לצייר משהו יותר פשוט, אז יהיה... Это такой заяц, но он выглядит как собака. Okay. Если вот так, то будет собака, понимаешь? Я говорил, что у меня есть сюрприз, связанный с вот этим. Ма, а тем-то гиду.
אם אני אומר שכל נהג נוהג עם זה. Что вы скажете, если я скажу, что каждый водитель ездит вот с такой вот штукой? מה שאנחנו רואים, אמרתי בהתחלה, מה שאנחנו רואים זה רק החוויה שלנו של מה שיש. לא צריך להסתכל על הכביש כדי לדעת מה יש. То, что мы видим, это только наша иллюзия, то, что... זה לא иллюзия. האמת לא קיים, כן. כן, впечатление, восприятие. Да, а на самом-то деле нам не нужно это ощущать для того, чтобы понять, что есть на самом деле. כשנהג נוסע, והוא קצת משחק עם הרדיו, והוא קצת מחייג בטלפון סלולרי, וקצת מדבר עם זה שלידו, ונותן את הצעצוע לילד מאחורה, ומסתכל על הבחורה בחוץ, ומתכופף כדי להרים משהו שנפל לו, ולפעמים הוא גם מסתכל על הכביש. Водитель, когда он едет, он немножко играется с радио, немножко разговаривает с пассажиром рядом с ним, немножко что-то делает со своим телефоном, поднимает что-то с пола, передает какую-то игрушку ребенку и иногда смотрит на дорогу. אבל בארצות הברית, בשני אוניברסיטאות, הם עשו איזשהו מחקר, והם גילו שבין פעם לפעם שאנחנו מסתכלים, עוברים בערך 870 מטר, כמעט קילומטר. Окей. В Америке сделали два исследования, два университета разных, и вывели, что во время езды, как водитель, между нашим взглядом на дорогу проходит 870 метров. В среднем. То есть 870 метров в среднем мы смотрим на дорогу, через 870 метров мы смотрим в следующий раз. В среднем. Окей? Okay. Кто-то смотрит через... Мы на дорогу не смотрели, снимались какой-то... Ну, или думали про свое что-то, но мы не заняты дорогой. Вот так, наверное, правильно. Когда я еду, я знаю, что я еду в такой штуке. Другие водители этого не знают. То есть... לכן בשבילי זה נהיגה נטו, בלי שום דבר אחר. אני רק נוהג, התשומת לב שלי לא מגיע לשום מקום אחר. Поэтому, когда он водит, он именно водит. Все его внимание, оно к дороге. Окей. בואו נתקדם, נעלה עכשיו עוד שלב. Окей, давайте продвигаться, поднимемся на еще одну ступеньку. Кого-то посадить здесь. Сейчас Нино, потом еще кто-то. Нино. Нино. Да, да, да. Нина? Нино. Нино? Нино. Кен. Вообще. Пожалуйста, садись. Нино. И лотер эоти, я не умею мяхореха. Нино сидит здесь, она не будет его видеть, потому что он будет находиться за ней. Но потом она сможет увидеть это в камере. Ты не будешь видеть, что он будет делать, но ты потом, когда пересмотришь, это уже... Кто-то снимает это, да, чтобы она могла сразу посмотреть. Посмотрите на его руки. Вы смотрите на его руки. Окей. Нино, маню селах. Нино, что он сейчас делает тебе? Я думаю, что его руки так вот стоят за моей головой. Маюна? Я умею, что я даем шхами, а хоре рошила. А вот физически маргиша машу? А ты физически что-то чувствуешь, что он что-то делает? Нет, он ничего не делает. Вот сейчас он прикоснулся. Ахшаф, это нагата. Нахон.
אם האנשים פה יגידו לך שאני לא נגעתי, הידיים באוויר, מה תגידי? Если люди скажут тебе, что он тебя не касался, что ты скажешь? Ну, я поверю. Она и Мин. Кен? Кен. Окей. Есть проблема? У нас есть проблема. Окей, есть у нас проблема. Да? Кен. Боя и Шани Кен Агати. Проблема в том, что он, да, коснулся. А валю физит. Он коснулся, но не физически. Дотронулся, но не физически. Ну, не знаю. Что ли ты им махшавот? Я вам на махшавот. Нахон. Внешне ничего не сделают. Нино. Тащи кахай моя дань, ты шахрари это я дань. Вот так, сделай руками, выпусти. Миша Роце ехал гамле на сот. Каждый может попробовать. Карвите эцбоот каха лецура шель маагаль. Закрой как будто бы круг вот так вот пальцами. Кен-кен. Те, кто хотят, тоже могут так сделать. Бецула, шен тим ад. Бецула, шен тим ад ногот, а вало ногот. Так, чтобы они практически касались, но не касались пальцем. Маколе бена ядаем шелахим, вали ло секлум. Он ничего не делает. Что сейчас происходит между вашими руками? Холод. Лемишу кар, лемишу хам. Эцлаем руцим лит карев. Руцим лит карев. Вот Мишу. У всех хотят соединиться, ни у кого они отталкиваются, правильно? Да. Ликулям руцим лит карев. Ляфа хат эн... Йофи, туриду вакшанты ядаем. Афух. Ахшав. Кулам амру ше... האצבעות רוצות להתקרב, שיש איזושהי משיכה ביניהם. כשאנחנו היינו בבית ספר, למדנו על הגרביטציה, המשיכה של כדור הארץ. Мы все согласились с тем, что пальцы пытаются соединиться, а когда мы учились в школе, мы учили гравитацию, тягу вниз. אבל אף אחד פה לא אמר שהוא מרגיש את הידיים נופלות. И никто из нас не почувствовал, что у нас руки падают. Ну, должна быть гравитация, они как бы должны вниз опускаться. זה אומר שמה שמושך את הידיים חזק יותר אפילו מהגרביטציה. Это говорит о том, что то, что притягивает наши пальцы или руки, оно более сильное, чем сама гравитация. Ну, 9.8, насколько я помню. זה אנרגיה אדירה. שיש לכל אחד מאיתנו. Это огромное количество энергии, которое есть у каждого из нас. Окей. בין אם אנחנו רוצים את זה או לא, או מרגישים את זה או לא, או מאמינים את זה. Мы хотим этого или не хотим, чувствуем это или не чувствуем. יש את זה לכולם. Это есть у всех. Окей. לא, רגע, רגע. רגע, רגע, זה только начинается. את ממהרת? טוב. אוקיי. אנרגיה זורמת בצורה של מעגל. אנרגיה двигается в виде круга. Не возле нас, а по кругу. המעגל הזה רוצה להיסגר. В конечном итоге этот круг стремится закрыться. אבל אני ביקשתי מכם להשאיר רווח בין האצבעות. Но я вас просил, чтобы вы оставили расстояние между пальцами. А затем ергачите метамешиха. И вы чувствовали вот это энергетическое притяжение пальцев друг к другу. Отам маагалим йоцрим мисавив лагуф аура. Те же энергетические круги есть вокруг нашего тела, которые мы называем аурой. Нело иргишу шани נוגה בה. Нино. Атем ראיתם את הידיים באוויר. Нино почувствовала, что я ее коснулся, хотя руки мои были в воздухе. Окей. אני נגעתי בהילה, באורה. Я дотронулся до ее ауры. Гришу говорил. Нет, Гришу, помнишь?
Гришу, да. Да, ты очень смеялся. Когда, значит, он так вот сзади Гриша стоит, его так подходит, делает, так коснулся, толкнул. Они сидят ржут, потому что они видят, что они. Для Миши мы охаваем шина. Окей, мамших. Окей. Не, не, зачем ты спешишь? Телефон, телефон вон, ты же видишь его отсюда, никто не возьмет, мы на месте. Так, вот ложка, эта ложка нормальная. Нино, слегка. Нино. Шуфта сикаха. Нино, опять закрой вот так вот, да, только не касайся, да. А вот апам, ракета регель урит, апам бимком... להישאר ככה, אני אעשה סיבוב. זהו, שאני גם שומע, לשמוע. נכון. תוציא ככה, זה פה, בפנים תחזיקי. דה, פה תחזיקי. וזה פה. זה כל השינוי. это вся разница. Просто ты вот так вот держи. У тебя движется Они лошадь, да? Они лосите клюм. Она, он говорит, я ничего не делал. Как это не делать? А я у меня не знаю. Она чувствует, что с ней что-то происходит, но она не понимает, что. Но она не чувствует, но она не чувствует вот это притяжение между пальцами. Нет, просто она видит наглядно, что ложка сгибается. Она просто видит наглядно, что ложка сгибается. Кяхшав. Не может. Кяхшав сам тела бетоха яд антенна. Я ей вставил как антенну, вот эту ложку, okay. как антенну. Аз кола энергия шала ахшаву вела капит. Вся энергия ушла на эту ложку. Зе умер ша хакапит и зот ша митка... Менаса лизгор это магал. И теперь не рука твоя пытается закрыть круг, а это ложка. Зе кола хасипур. Это... Има... Энергия. Кифуф матахут. Нино, тарили кулам та капит? Покажи всем ложку, да. Спасибо. Спасибо. Можно мне пожалуйста? Хоть пам, эх, Кремля? Как тебя зовут, напомни? София. Зачем ты согнула ложку, Нино? У меня по София. Так, София, здесь находится... Давайте сосредоточимся. Здесь София у нас. Ашав, они типа митрахек мимена. Он немножко отходит от нее. Тюридит айдайм. Опусти руки, спокойно. София, Нино яшва по иргишиш ани духефота. Нино сидела здесь и чувствовала, что он до нее коснулся. Им эфшар литхов, эфшар гам лимшох? Если можно... да, это не коснулся? А толкнул, да, толкнул. Если он спрашивает, если можно толкнуть, то можно как бы и притянуть, правильно? Она как в гипнозе. Улегит каха. Есть по хевель. Допустим, что здесь у нас есть веревка. Хевель виртуальная. Виртуальная, виртуальная веревка, но она есть. Или они кошеру тайма хевель. Я ее привязываю этой веревкой. Они макзики это целая сини. И держу вторую Они часть. Они мастик по этой целостине. Так. Вахшав, локомонино атроаути. Ты видишь его, да? Окей. А вальтиру, они ахшав мовших, вальтиру макуре. Я сейчас двигаю, ну, эту веревку тяну на себя и смотри, что происходит. Они лойтен лахлипол, альти даги. Не беспокойся, ты не упадешь. Окей. Они там видно с этим от мод бадинут. Он потихоньку это делает. Он просто очень большая, ничего. Земля машина тити. Чтоб коль мишка лагуф, овер, лицад ямин. Все. Весь вес переходит на правую сторону. Ты чувствуешь это или нет? Да, это правда. А? Это правда? Ну, она чувствует, да, что весь... Май маргишайте? Кен, и маргиша. То финофелит бы софоло, шэш. Они лойтен на липоль. Окей.
Ты не упадешь. Самое главное, что не упадешь. Просто сейчас все Чуть-чуть сильнее он сделает. Ты чувствуешь, что ты чувствуешь? Я чувствую... Ну, моя концентрация, правда, была больше направлена. Я чувствую что-то, но я не то, чтобы двигаюсь. И маргиша машу, а и лоза закинуть. Наход. Кшадам пухет. Аз ло нотен лацмо ларгиш эце, аз ани ло осе эце бекоах. Окей. Что когда человек боится, то он не может это сделать силой, то есть не хочет, да, да. Когда она или он выходит, то умрет. Шителеха храгув чела. Иди по чувству, как ты чувствуешь свое тело. Ну как, куда тебя тянет? Если тебя тянет, то двигайся в том направлении. Ну максимум, что я не знаю, Может быть, кто-нибудь другой? Нет, так нет. Нет, так нет. Если вещи не происходят, это нормально, это природно. Он не ищет, ответов, почему это не работает. זה לוקח טיפול אחד, שתיים, שלוש, עד שאתה יודע, מתחיל להרגיש שקורה משהו. Когда он работает, מטפל, как מטפל это на русском? Нет, там другое слово, מטפל. Взаимодействует, наверное, нет? Когда он взаимодействует с людьми, то иногда это берет один, два, три сеанса, пока это происходит. А он работает с людьми, то есть энергетически. Есть попах, левер? Есть ли мусорник, Кен? Так, Левель, имеешь. Есть, Давид? Ой, ты серьезный тоже принес. Так ты тоже серьезный притащил. Там серьезный. Да, как анахны нуцидим и по. Мециян. Мецей. Цов. Хаверы, шани увадим анашим, кмохшав. Они усеют ему от, бадинут, от лет. Когда я работаю с людьми, я делаю это очень осторожно и очень медленно. Они все мечтают, тхушот, регашот, кевим, хашашот. У людей есть чувства, есть боли, есть тхушот, хашашот, вемашо. А вообще они увидят, там им хефец, капиц. Мазлег, кул давар, стам хефец. Когда я работаю просто с вещами. Что нет у них чувств, нет у них, ну... Внутреннего. Аз они хол аршот лацми, лафил кстати тер лахац. Тогда я могу разрешить себе больше давления со своей стороны. Окей. Эфу Нино? Нино по. כשאת הרגשת שאני נוגע בך, אני הייתי בערך מרחק כזה ממך. Я был приблизительно вот в таком вот расстоянии от твоей головы. Окей. פה אני מפעיל את הלחץ, את האנרגיה, אבל אז אני אנסה לעשות את זה פה. זה לא תמיד עובד. А он попробует сейчас сделать, это не всегда работает, но он попробует сейчас сделать. А вот когда он... Они мешахрерят кол бывает хад. Он всю энергию в один момент выпускает. Аль менорахат мискина. На вот эту вот несчастную лампочку. Это не то, что он хотел, она сломалась внутри. Он махнанилась... А он хотел чуть по-другому, но перебрал с энергией и лопнула лампа.
זה בפנים הזה, אבל בדרך כלל זה מתפוצץ יפה. Окей. Okay. Наверное, даже хорошо, что получилось, как получилось, потому что обычно эти лампочки взрываются. О, хорошо, что они взрываются. Макара? То, а коль бы с этой? А коль бы цвиян? Не, он не зажигает ее. Он ее взрывает просто. Это можно посмотреть, чтобы видеть, где было. Да, разрывается лампочка. Ладно, будем кидать в вас ножницы, ну если нет, так что. Нака? Они омарти то, им зело это процесса, с низроколях им та сакини мож. Им зело обат. Они цели хочешь что наши? Еще раз, три человека, давай. Сам. Окей. То. Они по, они что? Овед бесафа. Здесь я опять работаю с языком, который я не знаю. Это увеличивает и поднимает уровень выше и выше. Но, они ממשיך לתרגם. כן. אבל הסוד הוא לא לנסות, אלא לעשות. Но секрет это не пробовать, а сделать. כי מי שמנסה משאיר פתח לכישלון. Тот, кто пробует, он оставляет место для поражения, для того, чтобы не получилось. יש פה מאחורייך שני עיתונים. За тобой есть две газеты. העיתונים הם מפה, זה לא שלי. Эти газеты отсюда, это не его, это реально отсюда, это я только что принес, и вы видели. Ты видела, как открыли, ты видела газеты. Да. Так. תבחרי בבקשה עיתון. Выбери одну газету. Газету. Но они одинаковые. Они разные, нет? Бабушкин рецепт. Не, название одинаковое, там разные ма? Надписи. А, эти. Да. Эмшоним. Вмитох айтон. Шитивхар тур арох. Угу. И с этой газеты выбери длинный артикул. Колонку, да. Без картинки. Камеша за арох ютер. Да. Камеша за арох ютер за... Ютер кеше бишвили, а валарбетер маньен. Чем длиннее колонка, тем тяжелее ему, но более интересно нам. Which line? Какой из них? Я. Окей, this one. This one. Он вообще не понимает, что там написано ни слова, чтобы ты понимала. Ой. Ну смотри, почти как Леон. This is what she chose. Это то, что она выбрала. I'm holding it upside down. Это Варта Ленглит. А, тихо. Okay. Махзик это афух. Я переворачиваю это. Маши бахрази по. С той стороны, снизу получается. Они рокерты тур. Я беру этот стол. Сорекото. Вот так вот провожу, как сорек будет, сканирую его. Mm. Вот он сканирует его. Кореото. Читает его таким образом. И учит его таким образом. Он так что до берберу сиднирали. Ну. Тох кедезе. Они доберут хем. За хелика хешила мокша увидеть. Другая часть мозга работает, потому что он с нами продолжает разговаривать и таким образом его пытается лисрок пытается отсканировать. Теперь ты возьми. Вот так вот возьми. Ты хива чем испарай? Ты возьми ножницы, Ирена. One moment. Так. А то צריך להיות מאחורזה? לא חשוב, כן. כן, אני אחזיק לך פה. טוב? לא להסתכל. ты не смотришь.
Он что-то пишет. Пишет человек, который не говорит на русском и не знает русских букв. А вы какой это? А? А вы какой это? Способный. Я? Да, и на английском разговаривать. Окей. Okay. Да? Ну я же местный. Я же местный. Мне проще. Ты скажешь, что это сафа, что не ломакир. Они люди ликро. Русить. Он не знает чтения русского, и помните, что он не знает русский вообще. Ну, и это реальность. А значит, они все... То, что я делаю... Это отиот. Я эти буквы... Они... Ламадити бецура графит, это цура села от. Бецеюр, кино. Кен? Кен, кино. Он эти буквы больше рисует, чем он их пишет, потому что он не знает, что эти буквы значат. Теперь ты идешь. Тавири лисрок, кен? Ло, каха, лисрок мицад лицад. Проводи вот так вот, туда-сюда поводи. Ты тоже сканируешь сейчас. Мимех они вакеш лагидла стоп. Ты скажи стоп, она будет водить, а ты скажи стоп. Стоп. Поп? Здесь? Да. Шо? Уверена, да? Ло смола, ло емина? Не вправо, не влево. Нет. Окей. Окей. Лигзор. Отрезай. אנחנו הופכים חזרה. Мы переворачиваем обратно. את יכולה לקרוא את השורה אחרי הגזירה? Вот это, вот одно предложение. Предложение милимала, зачем? Кен? Арисон Ахарагзира. А, первое, вот все, что читаю, вот начиная... Шня милимали сенот. Первые два слова, которые после от того, что... Шня милимали... Ющие... Нечно же питание. Нет, ющие... Луа, луа, кизе хэти. А, окей, да. Не, неч, конечно, конечно же питание. Конечно же питание, да. Конечно же питание. Но видно нечно же питание. Нечно же питание. Да. Ну что это такое? Что-то похоже. Да, не очень похоже. Нечно же. Ну, первые два это нечно же, да, а не... Конечно, а не... Я говорю, там был написано нечно же. Как Машу Казе рак по циюр лонахон, у лица дошини, а валь лонахон. А, окей. Ну, а, да, это первое слово, которое было, да. То есть там была часть слова, а не полная, да. Коля Кавод, за я хелик мя мила, мамаш туда, Коля Кавод. Да, то есть прям не полностью, а Я, не, я боюсь спрашивать, как он это делает, потому что мне кажется, что у меня с головой что-то станет после этого. Они умерши, они мифахедли шоль эха таусэдзе. Они мифахедли шоль эха таусэдзе. Кириходишь, они откахало и винши, они из табэ. Сейчас я спрошу, подожди, давай мы по программе какой-то идем. Эха таусэдзе. Эха нерсэдзе. Это было... זאת הייתה פעם ראשונה היום. Первый раз сегодня. עשיתי, כן. Да, это первый, первый последний раз, когда я использую шлита, это власть над, над мозгами других, над чужими мозгами. Давайте вернем, что произошло. Давайте вернемся к тому, что произошло. А тем раитем шнейтоним. Вы видели две газеты. Бахару по итон. Выбрали один из них. Митоха итон бахару амуд. Из этого, из этого выбрали, из одной из них выбрали колонку. Это тур оцети кшуафух. Я вытащил его, когда он был перевернут. То есть я его не видел. Хашния языка, хашлишит газа. Вторая держала, третья резала. Вэаришанамра эфрацор. Да, по приказу первой. Зимашая? Это то, что было? Кен? Так было? Да. Ло, нахон. Замаше раитим. Он контролировал, наверное, да? Это, говорит, не то, что было, это то, что вы видели. Азмабе метая. А что действительно было? Они пахарти этайтон. Он выбрал газету. А бахура шайта по и пашут хоция это, а они пахарти это. Та девушка, которая, это, которая вытащила эту газету, это она просто вытащила, выбрал-то я ее. Митоха итон бахарти Амуд, Векатава, Ветур. С этой газеты я выбрал уже и колонку,
и страницу. Что же это Баноча Хаюкан? Трое девушек, которые тут были. Хаюкмо марионетот. Они были просто марионетками в этой ситуации. А Валькола Хатмен Яхла Лешанот Машикуре. Каждая из них при этом, при том, что все это он выбрал, как он рассказал, могла изменить то, что он выбрал. Та, которая сказала, где остановиться, могла сказать, в другом месте остановиться. Та, которая держала, она могла тоже чуть-чуть его сдвинуть. И эта, которая держала ножницы, тоже могла держать их, чуть-чуть сдвинуть. И ты чуть-чуть их сдвинула как раз на это слово. Чуть-чуть. И это всего лишь миллиметр для того, чтобы перейти на другую строчку. И я, а не гидлиха, и изиза кцат, а я кцат, раза изиза мамаш ли милаза. Она чуть-чуть вот так вот водила ножницами, Ирена, на миллиметре. Я говорю, держи. И она начала чуть-чуть зарезать там этот кусочек. А во шлуштам бы яхат. Но фишка в том, что все втроем пришли к тому, чему он хотел прийти. Это просто развлечение. Этим можно пользоваться и хорошим, и плохом. В основном люди пользуются, естественно, в плохом, используют такие вещи. Это хасиба, сейчас идти это. Когда еще камешиотер анашим, еду, шизакаям. Ответ как раз в том, что я это сделал для того, чтобы как можно больше людей знали, что это возможно. Если мы знаем, что такое возможно, мы можем защититься. Тот, кто не верит в это, над ним еще проще это сделать. Потому что он не хочет защищаться, ему не перед чем, он же типа не верит. Возьми, пожалуйста, маркер. Поставь руку свою на этот самый и вокруг нее веди маркер. Которая называется Вуду. Шамайте меня здесь? Вы слышали про это? Да. Можно сказать, что ты хочешь сказать? Да. Вуду. Вуду. Это не кукла. Это кукла. Ты там что-то волос человека там делаешь и... Ими собирают, что за кашур для буба, выешь там сарот, какой мне, это ловец, а ты бы на даму как лед маш. Видео. Ехали от варенька, или говори. Как вы думаете, такое вообще возможно, что вот на кукле мы нажимаем, а на человеке это происходит? Да, ты не отвечаешь. И ты тоже не отвечаешь. А это так вот зеленого вода дара в руку машина. А нахну по ноге, если шахет. Давайте допустим, что у меня есть сосед. Okay. Я очень на него зол.
Он один чекурим ло, ло дема, Джордж. Пусть его зовут Джордж, допустим. Это все допустим, да? אני מאוד כועס עליו, אז אני לוקח בובה. Я беру куклу. Я так сильно на него злю, что я беру куклу. ואני אומר, מי רגע זה? הבובה הזאת קוראים לה ג'ורג'. С этого момента эту куклу зовут Джордж. ואז אני לוקח מחט, דוקר את הבובה בבטן, ולג'ורג' יש כאבי בטן. Я беру иголку, касаюсь живота, прокалываю, да, в районе живота, и у Джорджа болит живот. Ходил, у Джорджа соседа, не у куклы. Может быть ли такое, такая вещь быть? Это что, это... Литви машина фурвим бестратим кензи, холи. Бестратим, а то, что мы видим... Я ходил кробемет. Мы такое не делаем, мы делаем противоположно. Ты ходил кробемет. Может ли такое быть по-настоящему, как вы считаете, и насколько? Ну, пусть шелили и анекти, и по лябома. Как ты считаешь? Ты веришь, что такое возможно? Если лев тов. И омер решение, не наши закай. Возможно. Если лев тов. У него хорошее, у него доброе сердце. Эли по губа. У него нету куклы. ואין לי פה מחטים. ואיני אתו איזה סיבור. אבל לא, גם לא צריך. ואיני נאדו. משום שאותה בובה, מישהו עשה אותה. ואותה נחת, מישהו עשה את זה, ולא, אין בזה שום דבר עם כוחות. תודה רבה, אתה סוזר, רגע, רגע, תתרגיע. Тот, кто это создал, эту куклу, она не нужна, так же, как и не нужна иголка. Потому что у этого, у этих предметов нет силы. אין לי בובה, אבל יש לי משהו אחר. יש לי פלוח. שבמקרה יש עליה ציור של היד שלך, את השם שלך ואת החתימה שלך. У него нет куклы, но у него есть доска, есть на ней рисунок твоей руки, роспись. Главное, не волнуйся, все в порядке. Знаешь, я вот был секунда, и я заволновался. Секунда была. Мы ему не позволили. Ты на него, ты как со мной. Ты на него, положись на него. Положись на него, а плохого не сделай. Мы не допустим. Это он специально. Сам вы не заслужили. Да, он нагнетается. Если он сейчас вытащит откуда-то кролика, все будет нормально. Нет проблем. Мецуянки, они не сумеют халатьми. Хорошо, что ты на него надеешься, он за ним надеется. Хорошо. Давай. Окей, а ככה. האם את מרשה לי לנסות לעשות איזשהו קשר בינך לבין הלוח? Разрешаешь ли ты создать некую связь между тобой и а-ля Циюра Балюха, между тобой и этой доской? Да. Да. Лямка на церемонии женить. Да. Ат Балюх Зехат. Сейчас, с этого момента ты и эта доска в одном общем. Главное, чтобы он разделить. Потом обратно. Имали Духефутат Зеиполь. Если я толкну тебя, упадет это. Имани лютен лахмака, анахмилишмайте по. Если я стукну тебя, то звук мы услышим здесь. Если ты рак бая хат ктана. У меня есть маленькая проблема. Бая лучше, маше они оцелах, и прелалох. А у маше прелалох, и прелах. Проблема в том, что если то, что я сделаю тебе, соответственно, произойдется на скорой, но то, что я сделаю в доске, произойдется на тобой. Произойдется или не произойдется? Ты спрашиваешь или утверждаешь? Окей. Как он сказал? Произойдет? Но оно уже не произошло, потому что уже выступил по доске, а с ней ничего не получилось. Ну я-то что, я вообще в доске не делал. Ты уже стукнул по доске. Вот просил, он получал разрешение. Да. Окей. Подожди, это тебе не шарфик взять закрытый? Я алюминиум. Алюминиевая фольга.
אם אתם רוצים, אני יכול להשתמש בשלכם, אין בעיה, זה נייר אלמיניום. Но обычно этот вот алюминиевый, если хотите, можете свои достать, у кого с собой, потому что алюминиевый есть в Сочи. אני מחלק את זה לשני חתיכות. Он разделяет уже в два. Шני חלקים, כן? Еще אחד מהם? Он попробует один из них прилепить к доске. О, нет бак. Беседа. Это шли. Они лукер в мегальгель. Мастер, фломастер, да, вот это просто лифт. Они лукер по энергии. Он дает сюда энергию. Кончо! Дим, все видели? Ладно, да, это горячее. Он горячий. Ты это нахер просветлия. А, энергия, Диара, видит он. Это что, чай горячий? А вообще что то мы касаемся человека, да? Вообще что то происходит? И кое вообще? Уже не болит? Нет. Уже не болит? Окей. Ладно, не окейсес? Да, присаживайтесь. А ладно, не окейсес? Почему он использовал? Алло, друзья, почему он использовал фольгу? אמרתי שאני לא צריך רק להפעיל אנרגיה. אז כמו שמי שאומרת, אני לא זאת אסתם אנרגיה. נייר אלמיניום אפשר לזרוק. מה זה? נייר אלמיניום אפשר לזרוק. אלמיניום, פרגו משהו וכינות. אם הייתי עושה את זה בלי הנייר, הייתה לה קביעה מאוד חברורה ביד. יש לי אתה סדיר בבזה פרגית, הוא נהיה פה עוד... Был бы шок просто. Ага. Ой, так и что, вот так. Вкусно то поделиться. Я думаю, что можно попробовать. А на вкус яблоко? Они רוצה לאחל לכולם המשך יום נפלא. אני מאוד נהניתי איתכם. וזה בזכותכם, וזהו, אני, שם שלי זה רוני מרקוס. Он желает нам всем прекрасного дня. Он очень, он получил большое удовольствие от нашей компании всей. И он напоминает, что его зовут Рони Маркус. И всем большое спасибо.